перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Народ не спит, блядь, 3 часа ночи, блядь. Здорово. 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 Всем привет. Ну так, в Питер, не знаю, не скоро, судя по всему, я буду сюда ждать, а потом так в Питер поеду. Здарова, Нигер, как все? В Иркутск, брат, ну, в ближайшее время вряд ли ты, тем более, так далеко. Варшаве, привет. А что с рукой-то? Ничего, нарисовали там сегодня, блядь. Что с Птаховой? Тогда ничего. А, ничего нового, как бы, сижу, жду сам, что будет. Да, да. Ну, Балашиху не знаю, как пригласить. Я, наверное, тоже поеду. А зачем нас сразу в подъезде ВТСД? Блять. Я слышал, там, походу, этот интервью у Гнойного вышло. У Амирана. Ну, я интервью не смотрел, но просто этот. Мы снимали в один день эту хуйню. Обосрался, блядь, Гнойный, когда вышел туда и встретил меня в гримерке, такой выходит, я говорю, что ты там пиздел про меня? И он со своей тёлкой новой, какой-то рыжий, вот. Ну, я, как бы, конечно, без грубости, да я под следствием, как бы, ну, мне нельзя драться, да и, в принципе, ну, глупо обижаться на такую херню, как бы. Не, он мне такой, он попытался, Гнойный попытался мне что-то сказать, что я, типа, за девушку Птахи, типа, заступился, а его девушку назвал стрёмной. А я говорю, братан, ну, он говорит, ты, типа, там, не маги, говоришь, не снимать выпуск. Я говорю, ну, братан, но маги там разъебывают жестко девушку, я говорю... Я лишь сказал, что я девушка стрёмная, как бы, ну, бывшая, ты уже извини, но это правда, как бы. Вот, и говорю его, ну, девушка правильная, что его за бывшая стрёмная, говорю, конечно, она стрёмная, все как бы. Ну, и не стоял с таким лицом, будто он меня ударить хотел. Включай. Да, да, жду братуху Олега. С каким в Барселону? Да нет, брат. Надо решить все траблы, как бы. А альбом, походу, будет в этом месяце. А к Ильвану? Я не знаком с Ильваном, как бы. Не слушаю его. Вот, нет, да я вообще не видел, я просто знаю, говорю, потому что я тогда, ну, мы когда меня позвали туда, я пришел и Гнойный как раз заканчивал. Я слышу, что ты там, типа, он пиздишь, его кот насрал, и ты выходит, я говорю, что там пиздишь? Я не слышал автотюн от этого. От этого, от Гуфа. Единственный раз мы ходили в СД тогда, это когда он нас типа, он такой, приезжайте ко мне, ну, мы взяли, приехали к нему, он дома заперся и не выходил. Вот.
Еще, ну, он сказал, что его не был дома, хотя там, ну, был слышать, что он дома, потом говорил, что, типа, этот, что там, типа, якобы какой-то мелкий чувак вместо него был. Вот, ну, я никакого дизреспекта СД, мы как бы, ну, замяли все просто. Как бы, ну, я не знаю, он как-то все равно, мне кажется, немного избегает меня, но хуй знает, не вижу в этом смысла, я ничего против него не имею, как бы, ну, замяли все. Тем более с Дуней, как бы, я охуительно общаюсь, если Дуня, как бы, дружит с СД, значит, как бы, можно сказать, что я почти дружу с СД. Ну, просто привет, как бы, все. Кого доброе утро, кому спокойной ночи. Вот. Не, ну, да, конечно, да. Это хорошо. Да, срафали. Да, души, брат. Да, там, ПМ, кто-то мне говорил, что ПМ хочет батлить. Не хочу батлить с ПМ. Как бы было время, когда я, может быть, как бы, был не против, но хуй знает. Брат, я устал, пиздец. Спасибо, ты меня сразу комплиментами засыпал. Да, я не смотрю НБА уже, ебать, что-то. У тебя какая? Мне нравится этот Уэсбрук. Здорово, брат. Ты что, не спишь? Да, сейчас лягу, как бы. Хуй знает, что, блядь. Не, в стиле Supreme Place, думаю, вряд ли. Что там, Стахи? Да ничего с Стахи, как бы, нового. Ну, сижу, что мне скажет, как следователь. Вот. Пока ничего хорошего. А, видео, да, не маги, про девушку Птахи. Мне кажется, это самое хуевое видео не маги, как бы. Но это был полный пиздец, как бы. Ну, я реально думал, что парни интеллигентные, умные. Ну, ты просто там, по-моему... Я посмотрел пол выпуска, они там все, ну, он типа дрочит, и я просто выключил. Нет, да, она попала в камеру. Ну, мне кажется, зря они это сделали. Но я вообще как бы мало их смотрел так иногда. То, что я видел, было ничего. Но так, чем больше узнаю, тем больше они мне не нравятся, если честно. Этот Билл нормальный чувак. Ну, как бы я его первый раз видел, до этого я видел, ну, только чуть-чуть, где он там обычный всех. И, честно говоря, я думал, он полный мудак. Но сам он, ну, совершенно нормальный чувак. Ну да, братан, ну шоу ему, как бы, это шоу юмористическое, понимаешь? Как бы, ну... Глупо обижаться на эту хуйню, тем более мне надо было показать, какой я хороший, порядочный парень, понимаешь, на этом шоу. Никакой бычки, агрессии там, ну, как ты сам понимаешь. Привет, Эстония, брат, привет, Перми. Видишь, мнение о Жак Энтони, да, ну, а на самом деле, когда-то давно, он что-то начал, я его как бы, ну, честно говоря, даже, ну, я мало русский рэп слушаю. И он как-то, ну, что-то начал про меня говорить, но я ему сказал, что у него альбом назван в честь главного пидорского произведения в русской литературе просто, и все. Ну, так и есть это, как бы, Дориан Грей, но это же про педиков, как бы, история. Там даже фильм есть там про педиков. Как бы, ну, и так немного подцепляли друг друга, и, в принципе, на этом остановилось. Я ему как-то сказал, что, слушай, ты сам меня первый начал, как бы, гнать, я тебя вообще знать не знал, и он, как бы, перестал меня трогать, я его тоже перестал, как бы. Честно говоря, я ничего против него лично не имею, как бы, ну,
Всего ему хорошего. Надеюсь, тоже обиду не держит. Как бы не конфликтный человек, мы даже вот с Гнойным тогда встретились, как бы я говорю, но он там сказал, что я насрал, он там ездил, видите, я сказал, что у бывшая тёлка стрёмная, как бы, ну и все, как бы, все хорошо, как бы, понятно, никто из-за этого, как бы, драться не будет, как бы, это глупо, он меня подъебал, ему ответил, как бы, и все, как бы, если, ну, понимаете, о чём? Три, два, девять, один. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, если вы еще не смотрите этот «Настоящий детектив», третий сезон, нормальное дерьмо. Где моя семья? Помощь, братан, всем помощь нужна. Меня вообще сажают в тюрьму, ты мне еще хочешь помощь просить? Ни стыда, ни совести тебе. А, Дэнни, ну да, они обе бабы, вот, ну да. Не, на самом деле, как бы я вот этот, видел в Инстаграме сегодня вырезка, там, по-моему, Versus Battle или что-то, ну, я хуй знает. И там прям была вырезка с Гнойным интервью, где он говорил, что он, ну, где он стукач, типа, и я такой думаю, бля, вот мудак. Ну, совет, я в торте застрял, брат. Ну, от меня ты что знаешь? Кому мне привет, брат? Да хуй знает, с кем батлит. Ну, наверное, обоссался. Я назвал себя и приказал бросить оружие. А, да, Тарасов просто... Так скажу, как бы он приехал, меня поддержал, вообще с другого города, как бы, вообще просто так сам себе дорогу оплатил, понимаете, он говорит, а тебе дорогу оплачу, братан, как бы нет, понимаешь, что я могу еще сказать, как бы, я уверен, если ты нормальный чувак, тебя так поддержит, ты будешь, как бы, отвечать, я, как бы, ровный парень, я очень... ко мне ровно относится, и я лишь надеюсь, что когда-нибудь смогу ответить ему тем же. Пишитесь ко мне до завтра, как минимум. Господи, ты не ранен. Да, брат, так и есть. Е, Матвеевке респект. Я вам Матвеевку с окна вижу, брат. Матвеевку, блин. Да, я говорю, ну, слушай, как бы, ну, многие общаются, например, там, тот же Децл, там, многим, кому он нравится, многим, например, на меня он гнал. Это не значит, что он для всех правильно такой, ну, плохой человек, понимаете? Кому-то он, например, кому-то он братан, кому-то он хорошо относился, так и все, знаешь. Как бы не стоит судить людей по тому, как они относятся к другим, а судить их по тому, как они относятся к тебе, знаешь. Если, братан, ты, знаешь, откровенен с тобой, открыт, я считаю, надо отвечать ему тем же. А, что ты в птаха не... А, братан, он не будет ни батлить, ни драться, ни... ничего не делать. Он может только с друзьями прятаться, потому что он слабак, трус, брат. Трус и слабак просто. Ну ладно, я не хочу просто об этом говорить больше. Не буду говорить, не буду его больше трогать. Не буду трогать эту шлюху. Я счастлив, да, брат, я счастлив. Ну, да не, он просто, он трус и слабак, братан. Он, знаешь, он бы мог, там, наверное, меня даже разъебать как-нибудь, если он просто не был бы таким трусом, если у него был, знаешь, у него был духа хотя бы чуть-чуть. Но если он, знаешь, что это тот человек, который, знаешь,
с отдышкой, пока он прячется, знаешь, за охранником, кричит тебе, что твоя мать блядина, потому что он больше ничего не может сделать. Ну как такого человека называют? Просто трус, блядь. Трус, слабак. Понимаешь? Короче, не будем об этом, мне вообще об этом не стоит говорить. Волгоград, да, как решу травы. Еще сидеть тверцы нет. Не знаю, наверное, потому что я, ну, высказывал свое мнение по новому фреш-бладу, мне кажется, и поэтому меня не позвали. Не знаю, мы обиделись, наверное, хуй знает. Вот. Да и, честно говоря, ну, как бы я немного устал от базов. Я не говорю, что я против, там, и не хотел бы поехать. Я бы хотел поехать, потому что, ну... Знаешь, у меня есть что научить парней, то что, бля, если бы меня взяли туда, как бы, какой-нибудь команды, она всех бы въебала. С Мироном, да, вроде хорошие отношения. Вот сегодня чуть переписываюсь. Нет мне никакой мечты батлить, как бы, братан. Как бы... Ну, будет батл, если будет кто-то, кто наберет смелость. Ну, пока, честно говоря, ну, не особо интересно. Слушай, Кизар ровный парень, братан, потому что из всех я видел, что Кизар, вот он респектован, он, во-первых, преданный, во-вторых, он как бы, ну, он ко всем своим чувакам охуенно относится, я это очень уважаю. И он, знаешь, он всегда же старых своих, знаешь, респектует, кому его не надо респектовать. Мало таких рэперов, ты знаешь, прям преданный. Вот. Я за единство, как бы. А к Фейсу как относишься? Ну, не знаю, как бы. Хуй знает. Хунта Фэмили изменил твою жизнь, да не знал. Не изменил мою жизнь, просто Кизар ровный пацан, рад, что с ним как бы общаюсь, все. Да и вообще там остальные парни тоже все крутые. Точно должны быть. Я сам их туда положил. По статье не будем говорить пока. Я даже не знаю. Могли перепутать, бывает. Я же сказал. Братан, я говорю, я пришел на Sony, мне там девушка в Sony говорит, типа, бля, Кизар просто так хорошо отзывался, знаешь. Я сразу знал, что это как бы, ну, понимаешь, я тогда даже, ну, не был как бы у них. И ему это нахуй не надо было. Знаешь, я прям вижу, бля, парень вообще ровно. Меня поддерживает, почему нет. Как бы... Да это просто телефон внизу, брат. И поэтому мне приходится так смотреть, так на нормальный взгляд. Ну, практически. Забатли с царем, да не нахуй, ты че гонишь? Ну, гнойный, как бы, своем стиле, он пытается зацепить всех, он делает сраную попсу, батлить он боится, как бы, но ему надо как-то жить, он до конца своей карьеры будет всякой хуйней заниматься. Моргенштерн, это который на Хищниках похож? Драго общается. Ну, не то, что мы там переписываемся, я его поддерживаю, он меня поддерживает, как бы, все ему хорошее. Ну, больше клипов, да, я думаю, может, брат на брата снять, попробовать до суда, как бы. Если, как бы, если вы с Москвы, там, хотите снять, брат, хотите сняться в клипе, отпишите, может, что-нибудь придумаем. Ну, я к нему тоже неплохо отношусь, к самому гнойному, как бы, ничего. Мне просто не нравится, как бы, некоторая хуйня, которая делает это, что он настучал, и там вот это пидорские шутки всякие, и как бы. Так, лично ничего против нее не имею, но он, в принципе, никогда не строил себя и какого-то уличного чувака, то есть он, понимаете, если бы он там, ну, понимаете...
Да не, брат, баса хуй знает, как бы. Вряд ли. Брат, это еще это все ты или это другой с Матвеевки, брат? Что у нас Матвеевка не спит? Ну да, какие-то, очевидно, таланты у Славы есть. Я говорю, мне просто не нравится вот эта вот, ну, продажность и пидоросня, как бы. Ну, понимаете, как бы, может быть, если бы он не занимался вот этой пидоросней, всей этой херней, может быть, он не был бы популярен. Как бы, ну, это выбор каждого. Ладно, наверное, буду вырубаться. Киев, надеюсь, что зажгу, брат. Ебой, всем респект. Делайте вещи.